Посмотрите, друзья, какой узенький-узенький лифт здесь. Я уже показывала. Узенький-маленький. Так, позавтракали. Выходим. Так, друзья, ну а пока я вышла, ожидая комнату, еще 5-10 минут сказали. В общем, что я хочу сказать. Сейчас я с девчонками разговаривала, с этими, Зульфия и Светлана из Казахстана. И вот они сказали, мы разговаривали про зубы, они говорят, что в Казахстане еще дешевле, так что делюсь с вами информацией. Они говорят, что за $5000 можно сделать весь рот. Не за 10, а за 5. Вот так, девчонки, так что узнавайте, кто живет рядом с Казахстаном, кто хочет туда поехать на лечение, чтобы вы знали, 5000 намного лучше. Я сейчас получила вот номер, мне выдали 109, кто меня знает. Знает, мне очень знакома эта цифра, очень знакома. И сейчас идем по винтовой лестничке. Получается первый этаж. Вот такая лестничка. Мы поднимаемся в мой номер. Мы посмотрим, как мой номер будет выглядеть. Вот и он, 109. Мне уже вещи занесли. Так что открываем. А что ж такое? Не срабатывает. Придется идти к ним назад. Очень странно. Идемте. Все сработало, друзья. Надо было дольше подержать. Так, света нет, сейчас появится. Упс, все. Так, ну смотрим мой номер. Этот немного по-другому выглядит. Так, столик. Без зеркала. Ну, такой. Здесь у нас что, шкаф. Ну, как обычный. Сюда можно вешать. А вот сейфа нет. В прошлый раз у меня был номер с сейфом. У нас стоял сейф, где можно было деньги хранить. Так, вот такой небольшой туалет с раковинкой. Угу. Зеркальце. Конечно же, здесь шумно, прямо слышно. Получается, первый этаж. И душевая кабинка. Так, ну как аккуратненько, в принципе, все здесь. Ну, такое, как прихожая. Так, вот здесь зато большое зеркало. На весик. Ой, на весь. Хотел сказать, на весь экран. То есть, ну, большое, хорошее зеркало, друзья. Так, и сразу же большая, широкая кровать. Вот это мне нравится. В прошлый раз я сдвигала две кровати, а здесь уже идет одна. Цельная, похоже, queen size, королевский размер. Вот, окошки, конечно же, выход уже будет другой на улицу. Ну, в принципе, ничего так. Сейчас бегу в душ, покупаюсь и буду отдыхать. Телевизор, столик с кресочками. Ну, неплохо. Вот такой вид на улицу. Видите, первый этаж считается. Ну, они, у них фойе вход, то есть лобби у них на нулевом этаже, получается. А с этой стороны не очень вид. Такой, просто вид на здание. Ну ладно, какая разница. Буду закрывать окна, потому что как-то шумно немного. Я не люблю шум. Не знаю, смотрела недавно передачу, как там в Индии люди живут. Там окон у них нет, это просто капец. Шум у них с улицы, на мотоциклах все ездят. Я не знаю, как там люди привыкли, что ли, к этому шуму без окон. Я вообще не знаю, там у них все в решетке, вот так вот. Все слышно. А я сейчас закрыла, как хорошо, тихо, спокойно. В общем, вот такой у меня отель, такой у меня номер. Все, друзья, устала до ужаса. Все, что я хочу, скинуть свои кроссы. Рибок. Все. И бегу в душик купаться. Встречусь с вами позже. Да, хочу очень поспать. Хорошо, что я высокая. Ой, блин, все болтается. А как же... А, вот так. Короче, сейчас прижму и закрою. Что-то подобное мне. Кондиционер у них, друзья, в самом верху. Вот у них пульт управления для кондиционера. Сейчас буду включать, проверять, работает или нет. А, все работает. Да, дует. И поставила, пока было 23, поставила на 22 градуса. Посмотрим потом. Ой.
Упала, все. Ой, как хорошо. Все, что я хочу, друзья, поспать. Разменяли мне снова деньги, друзья. Вот показываю. Получается 2680. Так что неплохо. Такая двадцаточка. Ой, слушайте, похоже на украинскую гривну. Да, они такие большие денежки. Большие, хорошие. Все. Да, кстати, кто не видел американский паспорт, посмотрите, как красиво. Каждый штат по-своему сделан. Вот так. Смотрите. Каждая страница это символизирует Америку. То есть каждый свой отдельный штат. Здесь, конечно же, не все штаты. Красивый американский паспорт. Так, ну я пока сумку разобрала. Смотрите, мне все тапочки даются. А я свои-то тапочки забыла, девчонки. А еще и забыла, представляете, что, угадайте, плойку. Я самое худшее, я привезла с собой одежду, но здесь нет утюга. И у меня вот некоторые майчики, вот, например, ну это ладно. Вот такая, например, как голубенькая. Я ее дома утюжила, видите, она помятая. Я вот не знаю теперь, смогу ли я ее одеть, эту блузочку. Ну и мой пиджачок новенький тоже помялся. Я его утюжила перед тем, как сюда приехать. Но, может быть, он мне и не пригодится, потому что здесь очень тепло, хорошо. Вот. Так что взяла сарафанчики, взяла более темную одежду. А уже нет тех каплей. У меня капли белые свои, более такие свободные. Так что, думаю, вы будете довольны теперь в этот раз. И даже два платьишка взяла с собой. Вот так. Я в шоке, друзья. Шла в душ покупаться здесь вот такой вот. Смотрите, какой интересный он, такой узенький. Как микрофон. А здесь широкий другой. Ребят, ну это я в шоке, никакой приватности. Я стою, моюсь, да? Уже закончила, посмотрите сюда. Нормально? Вот идет окно. И прямо видно четко, если вот так взять... Я не знаю, бинокль, можно без бинокля. Но видно же меня, как я голая здесь купаюсь, стою. Вы посмотрите, никакой приватности, я просто в шоке. Короче, я окно не смогла закрыть. Сейчас буду просить, и пусть как хотят, так и закрывать. Во-первых, шум, все слышно. А во-вторых, вот это вот, ну зачем оно мне надо? Вот, на меня, пожалуйста, сверху, о, три окна, посмотрите, четыре окна. Кто хочет на меня, могут заглядывать сюда, да, и на меня смотреть. Я вообще, конечно, в шоке. Ну что, друзья, в Нью-Йорке сейчас 3 часа ночи, то бишь во Флориде то же самое. Вот, я приняла душик, сейчас ложусь спать, как бы по своему времени, здесь же время разное, здесь сейчас 10 утра. Поэтому, я думаю, часика 2-3 отдохну, ну и потом уже буду вступать в новое время, турецкое, в европейское. Ну что, пришел мужичок, задвинул, встал, короче, тут все закрыл. Все, теперь закрыто, теперь можно горячком свободно купаться, и никто не будет зыркать на меня. Ура! А смотрите, друзья, как сетка просто отодвигается, она так в гармошку складывается. Упс! Гармошка сложилась, и все, вот окошко открытое. Можно посмотреть на улицу. Привет, Турция! Привет, Стамбул! Я снова здесь. Как будто никуда и не уезжала. Представляете? Такое впечатление приятное. Брусчатки такие, улицы. И они в основном все улицы вверх идут. Стамбул такой почти.